Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Денис, и мы находимся на территории оздоровительной базы «Зеленый Бор». Сегодня в рамках медиашколы мы расскажем вам о новейшей разработке в области здравоохранения, а именно о точных аналитических Bluetooth-весах для диабетиков. Итак, начнем. Вот они. Данное устройство представлено в классическом белом цвете, который идеально подойдет к любому интерьеру. Имеет сравнительно небольшие габариты и с легкостью поместится в карман или дорожную сумку. Что ж, давайте рассмотрим основные характеристики этого прибора. Максимальный допустимый вес 5 кг, что позволяет взвешивать достаточно тяжелые продукты, а точность измерения составляет 1 грамм. Ударостойкое стеклоизмерительной чаши защитит девайс от внешнего воздействия. Жидкокристаллический LCD-дисплей, расположенный на боковой панели прибора, отображает вес измеряемого продукта. Также устройство оснащено Bluetooth-модулем версии 4.2, что позволяет устанавливать соединение с любым современным гаджетом. Сейчас я покажу вам работу наших весов на практике. Мы заранее синхронизировали их со смартфоном, ввели в программе наши биометрические данные, то есть рост, вес и несколько других параметров. А сейчас давайте положим апельсин на чашу весов. Итак, вес апельсина составляет 150 грамм. В приложении выбираем пункт «Меню фрукты». В появившемся окне выбираем графу «Апельсина». И на экране появляется информация об энергетической ценности нашего продукта. Таким образом, пользователь может рассчитывать свой рацион. И на этом все, дорогие друзья. Всем спасибо, все свободны. Сейчас я продемонстрирую вам работу нашего смартфона. Ё-моё, давай заново.